Сейчас. Всем привет! Ребята! А вы узнаете этого главного героя? Как же его зовут? Попугай Кеша! Правильно! И сегодня у нас с попугаем Кешей. На 25 элементов. Раз, два, три! Старт! Вот так вот. Начинается игра. Переворачиваем. И находим наши все нужные элементы для нашего пазла. А скажите, у вас дома много пазлов? Да, много пазлов? Я в доме. Да. У нас дома их, наверное, 3 или 4 коробки. Разных, много. Мы так любим собирать пазлы, что вот мы сегодня играем в эту игру. Так, пока мы тут переворачивали, наш главный герой уже собирает его. Так, кого ты тут собрал? Что это? У тебя уже пазл здесь отходит в сторонку. Сейчас котяра у нас здесь получится такой. Мяу, да? Мяу! Попугай Кеша. Он всегда ищет себе приключения. Если вы любите смотреть мультфильмы про попугая Кешу, то вы, наверное, все про него уже знаете. Да, ребята? У попугая Кеши очень много серий. Помните, он даже там... Один мультфильм был, где он там даже, по-моему, бандитов поймал, да? И потом приходит и говорит, хвастается у себя, говорит, я сегодня герой, говорит. Я сегодня, говорит, бандитов помог поймать. Ему там еще медаль вручили в этой серии. Да. Попугай Кеша всегда умничает, да? Да. Да. Что ты нам подсказываешь? Он там подарил медаль полицейский. Полицейский пришел и попугая Кешу похвалил, да, за отважность. Да. Да, я сказал, Кеша, ты молодец. Ух ты! Кеша. Вот такой Кеша. Какие у него глазищи! А помните? Вот он с другом ловит рыбу, а у него не ловится. А у него очень грубо раз и ловится. У него поймала щука, и он вместо со щуки поймал. Мяу! Что у нас? Ура! Молодец! Похлопай себе, похлопай. Молодец! Ну все, всем пока! Желаем вам удачи! И хороших красочных пазлов. Заходите и смотрите наше следующее видео. Всем пока! Пока!